Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Угрозыск». Герои детективного сериала «Угрозыск» — четыре оперативника одного из столичных руфт. Красивая, крайне извительная и хорошо разбирающаяся в компьютерах Екатерина Блюменкранц, считающая себя непревзойденным оперативником и шутником Ловелас, Никита Строев, бесхитростный везунчик Иван Миронов и признанный всеми авторитет, опытный опер Андрей Кудасов. Все вместе они расследуют преступления на земле. Убийства, кражи, мошенничество, соседские разборки с тяжкими телесными – все то, с чем сталкиваются обычные люди и с чем идут в районный отдел полиции. Содержание серии. «Няня» – первая серия. Рита Авилкина, няня Даши, в квартире девочки пьет свой чай для похудения. Ей становится плохо. Оперативникам приходит сообщение из больницы, девушка отравилась и впала в кому. В ее крови обнаружено снотворное и синтетический наркотик. Оперативники должны выяснить, как эти вещества оказались в термосе. Рита заваривала чай дома и брала с собой на работу. Доступ к термосу был у ее сестры Гали и у бывшего парня Ивана, а также у родителей Даши. Рита умирает, и это делает преступление еще более тяжким. «Амнезия» — вторая серия. На стоянке произошло нападение на бизнесмена Заикина. Его еще и ограбили. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой и амнезией. Компаньон по бизнесу Легин утверждает, что у него не было мотива, бизнес перешел бы к наследникам Заикина. Он также сообщает, что у Заикина появилась молодая девушка, на которую он тратил много денег. Может быть, нападение связано с личной жизнью бизнесмена, а ограбление – только для отвода глаз? Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться каналу.